Всем привет, и фанаты Gravity Falls, идите на это видео. Потому что здесь будет Gravity Falls игра. Здесь написано Gravity Falls. Вот. Это игра со 6 лет. Вот, сейчас я прочитаю, что здесь написано так. Собирай друзей и отправляйся в путешествие. Большие приключения, больше очков, победит сильнейший. Быстрая и увлекательная игра с любыми героями. Есть много разных. Ой, здесь даже дневник есть третий. Сейчас. Видос. Вот дневник третий. О, распаковываем. Да ну, блин, не распаковывается. Так, я здесь уже случайно видел, здесь есть карточки. Так, что это? В погоне за приключениями. Правила игры. Так, читаю правила. Первая страничка. Понятно. Кстати, игра на двух человек. Ну, мы все. Правила. Еще сзади. Че сзади? Это инструкция, вот. Инструкцию мы положим. Карточки. Распаковываем. Так вот, карточки. Нам нужны ножницы. О, ножницы подоспели. Так, ножницы к нам прилетели. Распаковываем. Или там есть где-то. Сейчас найду какую-нибудь подковырочку. Ковырочка какая-то, оказывается, была снизу. А, ну зашибись, еще открывается. Нормально. Или ненормально. Стоять! Ой, резинку. А, для крысы. Это не резинка. А я-то уже думал. Так. Что-то не, это не напомнило, какой гаджет в Бравле? На М с монеткой. Ёть. Если рука нарисована, то у М есть гаджет на отталкивание. Так, ладно. Здесь много карточек. Сейчас все покажу. Так, вот первенько. Мейбл, Дибер, три старпоинта. Парк, это, я помню, была однажды серия. Мейбл, дядя Стэн. 4 старпоинта. Она здесь рисует. 3 старпоинта. Дядя Стэн. Я ее имя забыл. Я, естественно, забыл. Вот. Помню, как ее зовут. Так. Почему здесь не обозначены Диппер и Мейбл? Хотя у меня есть такая кепочка. Покажу в конце видео. Дядя Форд. А что у него за книга? Такое. Дядя Стэн. Забыл ее имя. Буду нажимать как... Дровосек и Диппер. Дядя Стэн, Диппер и Дровосек. Потом у нас Мейбл в блёстках. Короче, мне легче так показывать. Вот, Мейбл в звёздочках. 3 старпоинта. Медведи. Помню, в какой-то серии против них сражался Диппер. Точнее, не сражался. Там он вроде бы... Там его нашли медведи и обучали его силе. Потом был бой против самого главного медведя. Вот. 4, кстати, старпоинта, Зизус и Диппер. Кстати, вот этой карточке на Бульбургском есть 2 Зуза и 1 Мейбл. Казнитый дядя Стэн и Мейбл. Мейбл и дядя Стэн. 4 старпоинта.
Смотри, сейчас еще где-то примерно столько покажу. Сейчас. Вот столько где-то покажу. Может быть, поменьше. Где-то, наверное, еще... Вот, столько. Потому что это как-то много для одной серии. Здесь еще покажу, сколько вот сейчас. Здесь еще вон сколько. Поэтому можно, в принципе, сделать... Серии еще 2-3, так, еще самому игру снять. Игра на двух человеков, от 2 до 4. Так, ладно. Здесь 3 старпоинта. Дровосек, Зус и дядь Стэн. О, новый персонаж. Гном. Я уже ничего не буду озвучивать. Так. Котенька. Помню, вот какой-то там дед сделал. Я не помню имя деда. Кстати, есть уже 4 человека. А всех 3. Кстати, это рекорд. 5 старпоинтов. О, дед Стэн. Рекорд. 2 только человечка. Пец, дальше карточка интересная. Вот Мейбл. Мейбл, которая хочет приселить дядю Стэна. То, что он уже задолбал. Есть манную кашу. С хомочками. Это она решила... Вот здесь как раз дядя Стэн. Я честно не смотрел даже, что там по составу. Сейчас у меня походу это покажется самая интересная карточка. Так, сейчас здесь кое-что одну уберу. Вот, это еще один раз покажу. Ух, раз, два. Ну, вы чего видели? Тоже 5 старпоинтов. Это гоблин. Не, ролик уже 7 минут идет, пацаны. Ой, дровосек. Это то, что имя здесь нету нигде. Сейчас. Ой, здесь показано то, что Gravity Falls по Disney ушел снизу. Где? Блин, никак не настроил. Вот. Не настраивается. Я на экран тыкаю. Не настраивается. Ну, простите, здесь написано Disney по-английски. Я Стэн еще забыл. Ну, ладно. Так. Что здесь? О, Хрюндель. Я даже не помню, какой это будет. 5 старпоинтов уже. Рекорд будет 6. О, сейчас будет самое... Господи! Офигеть! Сейчас не поверите. Ну, это, конечно, не то, про что говорил. Это вот гномик большой. Гном из гномов. Зашибись логика. 5 старпоинтов. А сейчас самое удивительное. 10 старпоинтов. Малыш. Это вам показывается в конце, когда там против Билла показывается. Там вроде бы есть бой. Но концовку не помню. Кстати, здесь карточки повторяются. Второй раз дровосек. Смотри, сейчас вам покажу. Вот. Это второй. Повторяется, поэтому не думайте, то, что он где-то отсюда взял. Дед Стэн. Ребят, короче. 3 дед Стэна. Именно 3. Лежала в одном месте. Просто смотрите. Вот, просто в одном месте лежат и все, ничего не делают. Ошибись просто. Еще значки одинаковые, кстати, за них не дают старпоинты. Как и за нее, как и за дровосершу. И дают за вот такие вот карточки. Так, думаю, ролик можно, в принципе, минут на 20 сделать. Но, думаю, нет. Опять дровосек. Опять дровосек. Опять дядя Стэн.
Опять ДДСТ, опять Дровосек, опять Дровосек, ЗУС, Мистер Загадка. Мистер Загадка, Мистер Загадка, Мистер Загадка, если что, я так буду ЗУЗа называть. Мистер Загадка, Мистер Загадка, Мистер Загадка, Мейбл, 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 ой, Дипер. Дипер, 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 дипер. Неизведанная карточка. А в чем прикол-то? Как в чем? Приятные ощущения тайны. Господи, я не знаю, как это видно на кадрах. Ладно. Здесь какие-то просто вопросики. Дровосек, где это стоит? Хрюндель, хуй. Это хуй. Да. Дигидон. Третий дневник. И все. Это были все карточки, которые здесь есть. Ну, игра сама прикольная. У нас какая-то еще коробка от нее осталась. Вот эту коробку, в которой были сами карточки. Сама коробка. А внутри ничего интересного. Я, походу, сейчас секретик нашел. Смотрите. Где? Здесь сейчас просто домик, да? И теперь Мейбл. А здесь елка за каном. Это я просто такой и складываю сейчас карточки. Смотрю, что-то не так. Подумал, ладно, смотрю. А это просто здесь фон другой. Есть только два фона, но на каких-нибудь других нет другого фона. А тебе вот такой вот, это на Мейбл с блёстками. Вот прошло 100 миллионов лет, когда я уже наконец-то покончу. Под инструкцию сюда, крышку вот сюда. А, что-то не так сделал, блин. Не, в принципе, карточки классные. Ну, как-нибудь выйдет точно вторая часть. Я вам обещаю то, что будет. Как мы в нее играем. Моя мама там уже точно не будет. Она вообще на моем канале не хочет сниматься. Потому что там она чего-то боится, своего лица или типа того. Просто не хочет, нету желания. Я подумал, может быть, снимется мой друг. Ну ладно, вот, это было про Gravity Falls. Ребят, всем пока-пока. С вами был я, Дима. Повторюсь.